памяти выдающегося летчика Валерия Павловича Чкалова посвящены традиционные состязания мотоциклистов, проходившие под Москвой. На старте участники юбилейного 25-го мотокросса на приз имени Чкалова. Кросс стал одним из этапов подготовки спортсменов к 4-й спартакиаде народов СССР, посвященной 50-летию Великого Октября. Старт приняли гонщики на мотоциклах класса 175 кубических сантиметров. В каждой команде 4 спортсмена. И вот определяются лидеры. Это мотоциклисты Центрального спортивного клуба армии. Армейская четверка: Агеев, Лаврентьев, Тюрин, Савинов показывает лучшее время в этом классе машин. Последними оспаривали приз кроссмены на мотоциклах с колясками. Здесь успех сопутствовал команде студенчества спортивного общества «Буревестник». А приз за общекомандное первенство в 6-й раз завоевали мотоциклисты Центрального спортивного клуба армии.